Субстанция, субстанция, субстанция. О, друзья, давно мы с вами не обсуждали киношки. А все почему? Потому что я их редко смотрю. Но фильм «Субстанция» я очень хотела посмотреть, потому что мне начали попадаться в разных группах ВК кадры. Есть одна группа, кусочек фильма называется, где выкладывают скрины с цитатами, и то, что я там видела, мне очень понравилось. Я поняла, что фильм я это должна посмотреть, и сделала это не зря. И сегодня мы обсудим, почему. Всем привет, меня зовут Катя Лисич, я художник, блогер, и сегодня вещаю, как всегда, из своей студии с прекрасными вообще ощущениями от того, что я наконец-то посмотрела классный фильм из новинок, а то это большая редкость сегодня, чтобы какая-то новиночка искренне вас порадовала, как визуально, так и по наполнению. Я, как всегда, буду спойлерить, так что если вы не смотрели этот фильм, не обижайтесь, но я думаю, что спойлеры здесь ничего не дадут, потому что эту картину надо смотреть. Здесь, мне кажется, все сложилось. Немножко про причину, почему я захотела посмотреть этот фильм. Уже рассказала про тизеры, которые попадались, и также про актрису. Я безумно люблю... Нет, не Деми Мур. Деми Мур тоже респектуем. Заслужила, но вот Маргарет Колли, это распрекрасная дива, которая снималась в рекламе Кинзо, где она на скучающем каком-то мероприятии, в общем, встает, уходит и начинает плясать просто как сумасшедшая, такой contemporary dance, и ну, это безумно. Мне она тогда так понравилась, мне так не хватало вот этой вот бесовщинки в людях, в актерах, которые присутствуют, и вообще вот Маргарет, она такая какая-то очень интересная, у нее такой тип. Мне кажется, вот побольше бы таких актрис, и в фильме я еще раз убедилась, что она классно играет, и я бы даже ее начала уже двигать в одну сторону к Эмме Стоун, потому что на сегодня Эмма Стоун мне очень нравится как актриса, я считаю, она топчик, и вот Маргарет Колли, да, как она там, Колли, она, мне кажется, очень-очень многообещающая. И будем надеяться, что она не заколет себя ботокса, потому что стареть, конечно, надо красиво. Эта тема тоже поднимается в фильме, и вообще говорят, что это основная идея про вот молодость, про коммерцию, про вот эти вот все женские дела, как они там недооцениваются, как где-то убираются, там женщин принижают. Короче, я вот такие именно комментарии видела, но решила пока не складывать по ним свое впечатление, а посмотреть фильм. И самое удивительное, что я в фильме увидела совершенно другое. Не проблему там притеснение женщин и тем, что правит красота, как бы это и так понятно. Вот, мне кажется, все-таки основная мысль фильма была в другом, и об этом мы с вами поговорим. Но пока немножечко еще про актрис. Деми Мур, тоже ее все очень хвалили, что она прям в этом фильме молодец. Я думаю, да, что она тоже молодец, но возвращаясь к вопросу ботокса, скажу, что начинает меня эта история напрягать, когда актрисы, сильные актрисы с возрастом, как-то себя тюнингуя, они реально лишаются своих навыков. Они теряют возможность продемонстрировать свой опыт на экране. Почему никто не может себе позволить быть как Мэрил Стрип и стареть красиво и дарить нам от этого еще более эффектные эмоциональные роли? Потому что для актера мимика очень важна. И несмотря на то, что Деми Мур действительно там классно сыграла, все как бы живенько, но вот я уверена, что будь у нее чуть поболее эмоций, игра была бы еще круче, и фильм бы прям ух захватил. Именно поэтому, наверное, молодая актриса здесь, Маргарет, больше получает баллов от меня, чем Деми Мур. Немножко про сюжет. Главная героиня, которая играет Деми Мур, является такой мега-звездой ТВ-шоу, где она показывает утренние тренировки, шейпинг, вот это все в купальничках. В какой-то момент ее решают заменить, потому что она, ну, как бы уже не так молода. И главной героине тут подворачивается супер-мега-уникальная услуга по сохранению молодости. Ты себя клонируешь, и появляется вот такая молодая, лучшая версия тебя, с которой ты живешь неделя через неделю. Деми Мур поддалась этой всей красоте, сделала себе инъекцию этого активатора, и родилось, появилось оно.
Вообще, конечно, снято очень качественно, классно. Вся графика, вот эти вот спецэффекты, которые, в принципе, жутковатые, но почему-то у меня этот фильм не вызвал каких-то вот прям вот супер-мега, какой ужас. Хотя это ужасами и тоже позиционируется. Но там как-то это все вот хорошо сделано. Не противно, что прям вот очень противно. И даже про финальную сцену, которая говорит, что она фу такая вот это вот, я, ну не знаю... Может, я много в этой жизни чего видела, но не сильно меня сразило вот это вот вся кровища. Ну, я женщина, как бы, что там, чем мне кровище? Ну и возвращаемся к сюжету. Далее вот Деми Мур неделю через неделю с ней меняется, очень счастливо. Проходит сама молодая вот эта вот ее версия кастинг и становится мега-супер звездой. Но далее что у нас получается? Мы видим больше не вот эту вот всю историю про молодость, как ее мы боимся потерять. Нет, я вижу здесь историю про внутренний конфликт и про непринятие себя, непринятие того, что ты... Это ты, что ты взрослеешь, что ты меняешься и что молодость твоя уходит. Это не про то, как красота ценна в жизни, как ты с помощью нее все можешь покупать. Нет, потому что это странно в этом фильме. Здесь даже несколько раз повторяется фраза, которая идет как инструкция к этому препарату, активатору, к этой субстанции, что вы единое целое и нужно помнить об этом, иначе... что-то будет не очень. Собственно, вот этой вот единой целостной истории у Деми Мур и своего персонажа не складывается, потому что они не единое целое, потому что до сих пор идет непринятие того, что «но это же не я». Начинается какая-то ревность, какие-то проблемы, и, соответственно, у молодой части вот этой лучшей версии тоже начинается какая-то своя жизнь. И вот это вот очень-очень интересно, потому что действительно показано, вот как мы являемся все-таки одним целостным, как бы мы себя не расчленяли, какие бы субличности не вытаскивали, очень важно находиться в своем балансе и чувствовать себя единым целостным человеком, коим мы и являемся. Мы все очень разные, у нас у всех там свои загончики, свои субличности, давайте так вот это называть, но оно все собрано для того, чтобы мы выглядели единым целым, и не то, что даже выглядели, а были им. И в этом фильме очень круто показывается именно этот конфликт, но почему-то все продолжают говорить про красоту, про то, что это вот оно. Слушайте, ну про красоту и так понятно, это коммерция. Во-первых, Деми Мур сама работает на телевидении, она скачет в программе по теме фитнеса, здоровья, где молодость, кекс вообще и продает. И для меня здесь вообще еще такой был удивительный момент, что она только и продолжала, что скакать. Ты работаешь на телеке, ты знаешь эту индустрию вдоль и поперек. Почему у тебя не организовалось какого-то другого бизнеса? Почему тебя так расстроило, что тебя решили выпереть? Ты сама не могла подумать, что время идет, что у тебя уже пенсионный возраст, там надо в московское долголетие идти работать, может быть, какую-то свою линию одежды, либо питание тоже на теме здоровья, спорта. Пока ты на пике своей популярности, организовать какое-то, предложить другое шоу, либо стать вообще продюсером этих программ. Ну, то есть то, что заменить главную героиню решили из-за того, что она постарела, я считаю абсолютно нормальным и естественным, потому что это коммерческая история, и почему не подумать за себя со своей стороны, а как ты дальше будешь в этой индустрии расти, потому что есть определенные правила. Ну, то есть вот этот момент меня, правда, смутил, потому что, ну, что она, ну, не умная, что ли, женщина, не понимает, как дальше развиваться карьера ее может. Даже если вы на наш шоу-бизнес посмотрите, многие звезды начинают заниматься там продюсированием, там, рестораны и прочее, в общем, что-то еще делая, понимая, что их постоянное вот это вот поскакивание на сцене не может длиться вечно. И это есть такая некая база, что главный персонаж, которого Деми Мур играет, он, ну, скажем, не шибко умный и больше в какой-то инфантильной позиции. От этого и прогнозируемые конфликты, несостыковочки вот с этой вот предложенной историей субстанции и будут возникать. Вот здесь вот, вот так вот все логичненько идет, и это мне тоже понравилось. Но я не видела ни одного комментария вот именно на эту тему, что почему... главный герой не занялся вот чем-то таким, а вот потому что
такой герой. Ну и, собственно, когда есть вот эта вот инфантильная история, мы очень любим перекладывать ответственность за решение наших задач, собственно, злиться на какое-то руководство, либо на систему, на мир вокруг, почему есть такая несправедливость, вместо того, чтобы, так сказать, быть в позиции взрослого. И именно в такой позиции люди очень любят волшебные таблетки, коим вот эта вот вся история с субстанцией и появилась в жизни главной героини. И точно так же мне очень нравится эта история, что когда у тебя изначально большие проблемы с башкой, мозг не на месте, то при любой помощи могут возникать проблемы. Даже не могут, а скорее всего они возникнут. Любой инструмент, который мы берем, будь то там астрология, таро, там еще что-то такое, вот, которое тоже многие считают волшебной таблеткой, перекладывают ответственность на вот это вот все действие, на эту таблеточку, потому что они думают, что все это решит. Так же, как и в данном случае с этой субстанцией. Собственно, что мы и наблюдаем. Не срослось у девочек, точнее, у одной девочки, главной героини, потому что она и есть единое целое, вот эти вот две красоточки. Ну и, конечно, если дальше и продолжать подтягивать какие-то ресурсы, с учетом того, что ты сам все-таки не пытаешься решить свою проблему, побочки будут ого-го, и все просто будет выходить за рамки какого-то адеквата, что в фильме и происходит, и это просто, когда ты видишь, мне очень понравился вот этот вот эффект, это просто наглядная иллюстрация того, как не работая с собой, все просто начинает фонтанировать полным звездецом, давайте так скажем. В общем, очень было интересно посмотреть в этом фильме, как непринятие себя, непринятие мира, его формул, так сказать, правил, в котором ты живешь, могут выливаться вот в такие вот последствия. Еще раз повторюсь, я, конечно, была в диком восторге, потому что, ну, как-то это все так живо и наглядно показано, что просто вау, я очень рада, что такой фильм вышел. Что мне фильм подсветил? Первое, основное, наверное, то, что ничего не вечно, все может уйти из твоей жизни, как по ее правилам, что мы имеем в виду, там, возраст, молодость, здоровье, также и работа, и не только по правилам, то есть может всегда что-либо произойти, и ты можешь чего-то лишиться. И к этому изначально надо быть готовым и не обижаться на мир вокруг, а фокусироваться все-таки на решении поставленной задачи. И не путем волшебной таблетки, а путем работы со своим внутренним взрослым. Второй важный пункт, это, конечно же, про гармонию с собой. Нужно действительно любить себя, ценить себя, очень хорошо знать то, что ты чувствуешь, что ты хочешь. Не забывать, что ты взрослый человек, что периодически нужно баловать своего внутреннего ребеночка. Мне кажется, этот момент тоже, кстати, подсветили в фильме, что главная героиня, как мы видим, она без семьи, и она даже соглашается там в какой-то момент на свидание с своим бывшим одноклассником, который просто вот такой вот, он такой, неужели ты позвонила мне пойти на свидание? И героиня собирается такая вся, в общем, в итоге она так и не дошла, то есть и тут она себе тоже не позволила как-то порадоваться. В общем, мне кажется, если вот эту вот тему еще с внутренним взрослым ребеночком, которая тоже в фильме зашита, покопаться тоже можно много интересных выводов сделать. Ну и также фильм, третий пункт, как я и сказала, очень важный, показал мне, что выходят классные киношки, что нужно их смотреть. Как я люблю говорить, не боимся чего-то нового, пробуем новые нейронные связи, и также фильмы надо смотреть, потому что есть не очень, но есть и очень-очень-очень. Это прям меня сразу вдохновило и еще какие-то фильмы посмотреть новенькие. В общем, если вы не смотрели фильм «Субстанция», я очень рекомендую, потому что он точно войдет в историю. Во-первых, красивый, прекрасно реально снят, очень стильно, как-то трендово, без какого-либо передоза. И несмотря на то, что это ужастики, там есть такие жутковатые моменты, они весьма терпимы и хорошо их можно перенести. Конечно же, актеры, как я и сказала уже, они очень классно играют. Мне нравится, что нет и передоза с количеством персонажей. Очень грамотно как-то режиссер выстроил вот фокус на тех персонажах, которые нужны. И глобально их, по сути, три. Это две наши героини и мужчина-начальник с телевидения. Все, больше остальных лиц особо я и не запомнила. И это, мне кажется, очень классный и правильный эффект. Ну и, конечно же, фильм заставляет задуматься, дает пищу для размышлений. Чем обычно, ужастики, кстати, и не славятся. Но здесь написано, что это драма. Короче, мне
Еще раз повторюсь, очень фильм понравился. Если вы его не смотрели, рекомендую. Если смотрели, пожалуйста, делитесь своими впечатлениями, какие мысли у вас, какие вы выводы сделали, что вам понравилось в этом фильме, что вам не понравилось, как вы переварили какие-то не очень приятные сцены, какие вы интересные выводы сделали. Очень будет интересно посмотреть, почитать точнее. Очень будет интересно почитать, потому что, как я и сказала, многие по-разному воспринимают этот фильм, и он становится еще глубже. Так, батарею поменяли. Короче, фильм становится глубже и интереснее, когда ты обсуждаешь его с друзьями, когда ты читаешь разные рецензии, чем я, кстати, еще и займусь, потому что очень важно, конечно же, всегда сформировать свое отношение, что вы именно нашли, потому что все, что мы впитываем, мы это делаем через себя, пропуская, и находим именно те вещи, которые подсвечивают ваши какие-то переживалки, ваше внутреннее состояние или то, где ваш фокус. Здесь как с искусством. Познаем искусство через себя и себя через искусство. И этот фильм я могу отнести в ту категорию произведений, которые могут помочь стать нам лучше. И при этом кайфануть, посмотреть на красивую картинку и классную игру актеров. В общем, на этом все. Спасибо большое, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на канал, не забывайте лайкосик. Также жду вас в соцсетях, я там тоже бываю. И, конечно же, анонсирую все видео, и это в том числе было там проанонсировано. И до новых встреч, до новых видео. Всем классных киношек, пока!